В октябре 1907 года в Барнауле на средства мещанина Анатолия Кускова был открыт газетный киоск. Он располагался на Соборной площади, ныне Площадь Свободы. Купить в нем можно было как барнаульскую прессу, так и газеты со всей Сибири. 31 октября 1919 года в Барнауле была проведена акция «На книгу солдату». За день горожане собрали 6 тысяч книг и свыше 70 тысяч рублей в помощь военным. 31 октября 1983 года в Барнауле родился саблист Алексей Якименко. Восьмикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира. В 2004 году он представлял страну на Олимпиаде в Афинах, где в командном первенстве завоевал бронзовую медаль.